Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 464. Запишем кратко условия задачи. Дед Афанасий заготовил на зиму 6 бочек, вот так напишем, бочек квашеной капусты, и 14 бочонков, Значит, бочки и бочонки – это разные вещи. Огурцов. Так, ну и в конце задачи сказано, что всего дед Афанасий заготовил, вот это всего было 324 килограмма овощей. Так, теперь нам известно по условию еще, что в одной бочке вмещается 26 килограмм капусты. Значит, одна бочка капусты – это 26 килограммов. А нам нужно определить один бочонок огурцов. Сколько вмещает килограммов, сколько килограммов огурцов в одном бочонке. Вот это нам нужно определить. Первое, что мы можем определить, всего 324 килограмма овощей, мы можем определить, сколько в этих 324 килограммах капусты. Как это сделать? Капусты всего 6 бочек, каждая бочка – это 26 килограммов. Значит, мы 26 умножим на 6, получим 156 килограммов. И это сколько всего дед Афанасий заготовил на зиму капусты. Сколько капусты всего? Так, теперь, если мы знаем, что капусты всего 156 килограммов, а всего овощей 324 килограмма, тогда, если мы вычтем из 324 килограмм, вычтем 156, получим 168, и это килограммов, и это мы узнали, сколько всего огурцов. Ну и третье действие. Зная, что всего 168 огурцов, а они в 14 бочонках, то мы можем вычислить, сколько же огурцов в одном бочонке. 168 разделим на 14. Получим 12 килограммов. И это сколько огурцов? В одном бочонке. Ответ. Читаем вопрос задачи. Сколько килограммов огурцов в одном бочонке? Отвечаем, в одном бочонке 12 килограммов огурцов. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.